Всем привет! С вами снова я, Анастейша, и добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня на общем видео мы с вами будем разбирать что? Советы для первокурсников, которые поступили в Вестминстер. Да, на наш университет. И сегодня у нас на канале гость. Да. Всем привет, меня зовут Камрон, у меня есть канал на YouTube, который не работает, но скоро будет работать, в котором скоро будет новое видео, и... Ссылочка будет в описании, подписывайтесь. Да. И если есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, мы сразу будем отвечать. Ребят, мы приготовили для вас по 3 совета, то есть я как выпускник BIS уже более-менее с опытом приготовил свои 3 совета, а Анастасия, она тоже приготовила свои советы, которые она... Первый совет, который я бы... Такой практичный совет, который я бы дал себе сразу же после поступления, это научиться слепой печати. То есть, когда вы печатаете, когда у вас ноутбук или неважно что, клавиатура, вы будете печатать, не смотря на клавиатуру, и будете знать уже, где все находится, и этот навык можно развить с помощью просто практики. И есть куча сайтов, которые, ну, сайт, которым я пользовался, называется 10 Fast Fingers, по-моему. Мы оставим ссылку внизу, можете перейти, посмотреть сами. И это у вас займет буквально неделю, две недели, и вы после этого будете печатать намного быстрее. И, как правило, курсовые, дипломные, все, имейлы, все начинается прям быстрее работать, и вы будете не переживать по этому поводу, потому что вы за там 3 минуты можете напечатать весь имейл и не думать об этом, потому что, как правило, имейлы и курсовые самые сложные, и если вы уже замечали, тоже да. То же самое, что с курсовыми. Когда вам нужно написать курсовую, вы можете просто сесть и хотя бы напечатать быстро, там 100, 200, 500 слов, и это не будет занимать у вас много времени, и это очень облегчит вам жизнь. На самом деле, да. Когда я сама писала курсовую, у меня уходило очень много времени, потому что я печатаю просто очень долго. И было так, что я просто неделями писала эти курсовые работы. Я научился, и это очень полезно, когда у вас all-nighters, потому что когда вы не спите, у вас уже завтра дедлайн, и вы начинаете печатать, это намного быстрее и легче идет, вот в такие моменты тоже, потому что у меня были разы, когда я сидел, и я понимал, что если бы у меня не был слепой печати, я бы по-физически не успел бы все это напечатать. Хорошо, следующий совет уже от меня. Обязательно давайте свои работы на фидбэке. Что значит фидбэк? Фидбэк вообще это обратная связь, то есть по каким-то предметам определенно вам могут сказать, у вас такая-то курсовая, вам надо будет делать это, заранее вы можете дать как бы свою курсовую некоторую часть на проверку, мы вам дадим, скажем, что у вас там не так, что нужно исправить. Многие, знаете, как бы думают то, что еще есть месяц, полмесяца, две недели до курсовой, зачем я это буду сейчас делать? Потом 2-3 дня останется, нормально все будет. Но фидбэки действительно помогают. То, что вы даете, вы уже видите, какие у вас ошибки, вы потом их исправляете. Потом некоторые учителя могут даже повторно опять же дать тот же фидбэк. И именно благодаря фидбэкам у меня оценки, мои большинство вышли уже 70+, благодаря фидбэкам. Потому что, знаете, учителя тоже иногда получают так, что вы неправильно таск поняли, но когда вы даете хотя бы какой-либо драфт учителю, он сразу видит, куда вы идете, он сразу говорит, так, здесь неправильно, здесь ты немного уже поплыл, вот здесь нужно просто лучше сделать, и вы сразу же видите, как бы, что нужно сделать, чтобы получить хорошую оценку. И в будущем, то есть, это намного, это помогает просто получить хорошие оценки. Вот, и дальше мой совет, получается, это... Когда вы первый курс, у вас, ребят, по факту очень много времени и очень много людей, которые тоже пришли только-только в университет, и все готовы общаться, все готовы дружить, все готовы просто тусоваться, и это самое время не уходить в работу, хотя если вы работаете, это уже другая тема, можно работать, но это самое время просто пойти на все клубы, которые у нас в университете есть. У нас, как правило, в октябре или в начале ноября бывает Clubs Day, где представляются все клубы. Я сам участник драмы-клуба уже третий год. И когда вы находите клубы, находите общие интересы, у вас появляется больше знакомых и больше quality time со своими друзьями. Потому что когда вы уже ходите в клубы, ходите и делаете что-то общее, это уже другое, чем вы просто пишете вместе с друзьями курсовую или просто сидите и ничего не делаете.
Так что... Да, еще это дарит невероятные эмоции, атмосферу с командой, то, что собираетесь. Да. Я сама участвовала, значит, в дэнс-клабе. Да. Мы постоянно репетировали, готовились, а также недавно, вот в этом году, основали Bloggers Club. Да-да-да. Хотя Bloggers Club, он был очень давно, но его закрыли, потому что не очень много народу ходило. Я помню, что на втором моем курсе 2 года назад был... клуб типа ютуберов или чего-то еще, и они закрылись, потому давайте, что... Давайте, чтобы нас не закрыли, поднимем дверь. Да-да-да, поступайте к нам. И по поводу клубов еще скажу, что когда я общался с друзьями там с НХ, с НДС, Турина, особенно с НХ, они мне говорили, что у нас в университете именно вот социальная жизнь, она играет огромную роль. Хоть и у нас академическая часть немного проседает, я это объясню потом, но именно социальная жизнь и социальная поддержка студентов и сама атмосфера именно вот этой тусовки, когда вы только поступаете, это и есть то, вот именно студенческий опыт, который вообще, за которым люди приходят сюда, так? Да, и еще, несмотря на то, что в Вестминстере, как вы уже, наверное, знаете или не знаете, то, что у нас тут нет домашнего задания, то есть каждый урок домашнее задание, оценки такого нету, это учит именно вашему тайм-менеджменту. То есть вам дают задание, которое выполняете в течение там, месяца, 2 месяцев, даже есть задание, как вы знаете, в течение года, да, вы выполняли. То есть кажется, то, что вот 2 месяца еще впереди есть, это так много, что я буду делать 2 месяца. Никогда не оставляйте все на самый последний срок, потому что за один день успеть это как бы нереально, и если у вас будет late submission, уже минус 10 марков, и это не очень прикольно, ребят. Да, так и что... вероятность того, что вы получите хорошую оценку, если будете писать в последние 2 дня, не такая уж высокая, так что лучше хоть в день по чуть-чуть, но делайте заранее. Да, и опять же, мы возвращаемся к фидбэку, потому что когда вы начинаете заранее, намного легче учителю просто отправить, чтобы у вас готово. И, как правило, учителя тоже во время семинаров говорят: ребята, отправляйте фидбэки, это очень важно. Так что тайм-менеджмент тоже у вас должен быть таким. Да, и лучше фидбэки именно во время того, как у вас идет семестр, во время семестра, где-то в середине, чем когда в конце уже, знаете, такой наплыв, учителя просто не успевают давать фидбэки, да, в конце. Да, учителя тоже в конце тоже не... Они не могут дать фидбэк in person, то есть вам приходится просто отправлять email, они прочитают, не очень прочитают, то есть это уже... То есть это учителю тоже неудобно получается. Последний совет от меня, это, ребят, очень важный совет для людей, которые хотят в будущем идти в бизнес, в лидерство и во все остальное. Это организовывайте стадии группы, когда у вас какие-то ассайменты, неважно курсовые, неважно экзамены, неважно что. Онлайн стадии группы организовывайте. Особенно, когда вы первый курс, ребят, многие не знают, что делать, многие не привыкли к этому, как вы тоже. Но когда вы берете на себя инициативу и вы говорите: ребят, давайте соберемся, давайте сделаем это, когда вы планируете, что вы должны выучить, в какое время, вы уже понимаете, вы уже начинаете вести себя как лидер, и это нам это очень сильно помогает, когда вы уже идете работать, какую-то работу. И это тоже, опять же, опыт, который не сравним ни с чем, когда вы организовываете стади-группы, и если вы понимаете, что вы достаточно разбираетесь в предмете, лучше всего брать на себя ответственность, объяснение другим, потому что это вам тоже поможет в своем понимании. Потому что, опять же, я, по-моему, снимал уже на это видео, это называется техника Фейнмана, по-моему, когда вы просто преподаете другому человеку и объясняете, и у вас уже появляется глубокое понимание темы, и вы тоже уже после этого сдаете экзамены очень хорошо. Я так статистику сдавал, и я так сдавал QM тоже. Так что это очень сильно помогает, и у меня хорошие оценки. У меня сейчас похожий последний мой совет. Это то, что нужно не бояться спрашивать. То есть, если что-то непонятно, то это всегда можно спросить у учителей, у однокурсников, у студентов, кто постарше. Вот я сама, у меня был предмет такой, visual programming называется, визуальное программирование. Для меня это было сложновато, я сама его выбрала, потому что мне сложновато с программированием, я как бы себе такой челлендж сделала. И перед экзаменом я поняла то, что это действительно челлендж. Шот слишком стало. И, в общем, обратилась я... Значит, к одной девушке спросила: как ты готовишься к программированию? Она сказала то, что вот есть у нас такая стадия группы, я хочу... Такая: можно я тоже присоединиться? Она говорит: да, конечно, я тут присоединилась к этой стадии группе. Диор, огромное спасибо, что помог мне сдать программирование. Привет, Диор! И вот именно благодаря этим стадии группам я не заводила visual programming, сдала нормально. Я добавлю к этому, что я очень сильно...
боялся, у меня перфекционизм сыграл, когда я выбрал для себя аккаунтинг, financial accounting. Это был третий курс или второй, я не помню. И, ребят, я не понимал там ничего, зачем, как это работает. Другие ребята, мои друзья, они разбирались вот прям на лету схватывали, а мне не было понятно. И когда у меня играет перфекционизм, такой, я все сделаю сам, я подготовлюсь сам, я все сдам сам. И в конце концов у меня очень плохая оценка вышла. И мне бы лучше было бы организовать какую-то группу или бы пойти спросить своих друзей, чтобы они мне помогли. Так что не бойтесь спрашивать и не бойтесь организовывать и быть инициатором вообще всех стадий группы и чего-то еще. Это было все на сегодня. Да. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их прямо сюда в комментариях. Не забудьте подписаться на этот канал. Да, на этот канал. А также на канал Камрона. Ссылка будет в описании. И если вы ждете еще больше таких видео, пишите, на какую тему вы хотите, и мы обязательно в следующий раз еще раз снимем. Без проблем. Это было все.